И всем привет, друзья, с вами Странник. И сейчас я начинаю играть в Майнкрафт, сборку Йогс Каст. Ну, прошлая серия, она просто была первый и последний в сезоне. Ладно, ну, короче, там, ну, можно ее даже не смотреть уже, потому что это... Я играю с бонусным сундуком. Сейчас еще Game Rule Keep Inventory введу, чтобы... Как сказать? Не как-то жалко терять все вещи, когда у тебя их, допустим, много хороших вещей. Ух ты. Ну, короче, у меня, когда то первую часть по Йогскаст сборки-то я снимал. Она не, короче, у меня после этого система полетела через пару дней там. И вот, короче, начинаю я новый сезон. ФПСки не так уж и много. Что это за жидкость? Вроде вода. Ну ладно. Давайте немножко... Чё у меня тут есть-то? Так. Хотя, в принципе, зачем я это сейчас сделал? Без понятия. Ну ладно, давайте рубанем немножко. Сейчас надо бы кирка. Надо найти где-нибудь. Копаться я не хочу где-нибудь в какой-нибудь пещерке. Я хочу какую-нибудь гору. Ну, нужна гора. Только найти ее еще надо. О, тотем. Ну-ка, сложность пока что мирная. Первые. Хотя нет. Пускай будет легкое все. Хотя на такой сборке это немножко хардкорно будет. Даже на легкой играть. Я хочу сначала хотя бы что-то нажить себе, а потом уже сражаться с этими боссами, мобами. Различными. Тут. А, ну, в принципе, тут не так уж и много странного. А на какой же ты сборке-то тогда снимал? Что там куча босс... А, вспомнил, все, это будет потом. Блин, это будет на другой сборке. Блин, а тут же трикопитейтера, наверное, нету. Жалко. Мне пришлось в тот раз сборочку переустановить. А, нет, ну... Не, это было немножко другое. Ну ладно. Побольше камешка надо набрать. Так, 12. Нет, надо еще чуть-чуть. Вот, еще 4 где-нибудь набрать булыги. Теперь делаем верстак. Двойка. Делаем топор. Потом делаем две еще палочек. Так. Так. Нет. Кирка. Меч. Кирка сразу на первую. Меч. Второе. Это третий вообще. Пускай так будет. Это на четверку, пускай. Итак, давайте посмотрим. Welcome, player, to the world of Minecraftia. Боже мой. This world was once a beautiful and peaceful place. But alas, it is no more. It has been overrun by the monsters of the dark. Filled with large masses of taint. Да пошли вы. Не очень хорошая озвучка тут.
Что надо? Дубовую доску. Наверное, сам бит. Печку. Делаем... блин. Совсем забыл. Крафтбук, ой, квестбук, тьфу, блин. Claim reward. По-моему, зависли, нет? А, нет, да. А, выбрать. Сажнец дуба, естественно. Manual Sambit. Manual Sambit, claim reward. Верстак инженер. Ладно, давайте пока что пойдем-ка. Не, давайте сначала немножко деревца нарубим, а потом уже пойдем туда. В следующей части будет. Ну, не в следующей части, когда там я закончу именно снимать в этот раз. Обязательно будет Trick Appetizer. В следующий раз, когда буду играть в него, ставлю, чтобы было удобнее, а не так вот рубить постоянно. Тут же, наверное, тут же получается Tinker Construct стоит, а это не очень удобно деревья там из него рубить. Вот цистерна края. Ё-моё. Вау. Ну, короче, тут... Автоалхимик? What the fuck? О боже мой, сколько тут всего понапихано. О, да тут есть Forestry. Не хватает Buildcraft и Industrial. О, Build есть. Стоп. Стоп. А откуда это вроде бы не было? Раньше. Библиокрафт есть. Что за? Ну понятно, тут много чего, короче. Все это замучаешься смотреть. Так что к делу. Все, ладно. Думаю, нам этого хватит. Теперь пишем здесь верстак. Ин. А, это просто. Просто делаем вот так, и все, да? Open. Just... Блин. Сундук и железный нужен сундук. Там тут тинкер. Ага. Thermal machinery. О, вот это да. Ну, это именно поможет, я так понимаю, быстрее освоиться в своих модах. In the end, это, наверное. Ну да. In the end. Какие-то еще два. What the fuck? Big power. Реакторы, там дальше какая-то хрень. So, let's very bad. Ой-ой-ой, пора прятаться, кажется.
Блин, интересно, а где-то пещера? Ух ты, это что? Это дерево? Странное какое-то дерево. Тут все очень странное. О боже мой. Я уже, получается, минут 5 где-то играю, может, даже больше. Давайте потише звуки, вообще музыку. Звуки. 30, я, в принципе, музыку, вот, думаю, 15, вот, хватит. Настройки графики тут, вертикальную синхронизацию отключить, графику детальную не надо. Я думаю, что у меня так мало FPS. Макс FPS. Я что-то забыл настроить все это, яркость. Ну, плюс 90, пускай так вот будет. А нет, при росте FPS особого такого не было, но хоть немножко есть. Ё-моё, это какой он ещё, блин, броня? О, ну! О! Very good. Светящийся камень. Очень прикольно. Да. Обожаю морф. Очень удобно мод тем, что если убьешь, допустим, летучую мышь, можно будет потом летать. И летать. Летать и летать. Вот, блин, тут будет опасненько немножко, я думаю. Чем тут нагоняев от криперов получим, и скелетов, в частности. Давайте-ка тут освещение сделаем. Так, сейчас. О, уже. Сейчас скоро будет следующее видео, через 2 минутки. Просто мне так будет видео полегче добавлять. Вот именно. Такими облючками. Они будут меньше весить. Итак, тут больше ничего нету. Вроде нету. Чу-чу. What the fuck? Green chew jelly. Oh my god. Давайте соберем немножечко вот этой хрени.